OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Мы предложили России два пути. Дипломатический путь, путь диалога, путь решения разногласий мирно, путь деэскалации. Такое есть. Другой путь. Если Россия решит возобновить агрессию против Украины, то будут серьезные последствия. Абсолютно ясно, что предпочитаемый ответственный путь – путь дипломатии. При чем здесь Россия-то? Мы привержены дипломатии, насколько это будет возможно. Если она не принесет результатов, то это произойдет, потому что Россия выбрала другой путь. И ничего хорошего здесь нет. А не потому, что США, наши европейские союзники или Украина не стремились разрешить наши разногласия с Россией мирным способом, диалогом и дипломатией. Я даже спорить с вами не буду, потому что это правда. У нас есть сейчас возможность проанализировать переговоры, которые прошли на прошлой неделе. Хороший анализ на самом деле. Мы даем возможность их проанализировать также России, чтобы участники могли вернуться в Москву и предоставить доклад Владимиру Путину. Мы увидимся с министром иностранных дел Лавровым в Женеве, чтобы понять, прошла ли Россия через этот начальный дипломатический процесс. Мы думаем над этим. Я не буду предоставлять министру Лаврову никакую бумагу на данном этапе. Мы должны понять, какова ситуация, и понять, остается ли возможность продолжать двигаться по пути дипломатии и диалога, который, как я сказал, является, несомненно, наиболее предпочтительным. Но я с вами согласен. Посмотрим, как все сложится в пятницу. Мы не направляли никаких предложений России в рамках этих переговоров. И казалось бы, что теперь с этим делать? Мы выразили свои обеспокоенности теми вызовами, которые бросает Россия безопасности в европейском регионе. Но это вообще просто уму непостижимо. Они выразили свои обеспокоенности. Не ясно, какое главное требование России. Что, разве было бы лучше этого не делать? Они выдвинули ряд требований. Некоторые из них, очевидно, обречены на провал. Вроде требования закрыть двери в НАТО для новых членов. Ведь это о многом говорит. Что касается других вопросов, если будет усилена безопасность всех на взаимной основе, то есть вещи, которые мы готовы обсуждать. Вопросы приходят, конечно, в мой адрес. Хребет, пересекающий всю Европу, это Карпатские горы. От Балтийского моря, здесь до того места, где начинаются Карпаты, лежит пересеченная местность. И через эту пересеченную местность приходил Наполеон и французы, Гитлер и немцы, и многие другие, вторгавшиеся в Россию с этого направления. И именно это заставляет нервничать Россию. Писатель и ведущий CNN Тим Маршалл с помощью топографической карты объясняет на пальцах, почему и как именно Путин будет вторгаться на Украину. Если будет вторжение, то оно, вероятно, пойдет по одному из четырех сценариев. Полная оккупация Донбасса. Затем наступление из Крыма и присоединение всех этих территорий на севере, что увеличивает буферную зону. Следующий возможный этап включает продвижение по Черноморскому побережью до Одессы. Аннексия всего побережья, что отрежет Украину от Черного моря. И самый амбициозный план включает в себя все предыдущие. Невозможно же, ведь, хотя нужно это делать. Ну так вот, в деталях, как правило, невозможно иногда даже объяснить принимаемые решения. Вы передвигаете войска в дружественную России и Белоруссию. И двигаетесь вниз из Беларуси через Пинские болота, которые зимой замерзают. И окружаете столицу Украины, Киев. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело. Лучшее время для реализации этих планов – зима, потому что это будет механизированное наступление, а механизированным подразделениям необходима твердая промерзшая почва. Вот он, момент истины. Конечно, Украина сама по себе очень важна, и мы многие годы отстаивали ее суверенитет, территориальную целостность и независимость. И эта формула будет продолжаться бесконечно. Противостояние Кремля со всем цивилизованным миром – ни поза, ни спектакль для ура-патриотов, ни придурь и даже не эксцесс мании величия. У этого конфликта куда более глубокие корни. Это даже не схватка конкретных людей, а столкновение двух парадигм, двух способов существовать, мыслить и взаимодействовать друг с другом. Двух абсолютно чуждых друг другу цивилизаций, из которых в итоге останется только одна. В прикладной математике есть раздел, который называется «теория игр».
Методы теории игр используются в экономике, социологии, политологии, психологии, этике и других общественных науках для того, чтобы систематизировать, проанализировать, понять и объяснить бесконечное многообразие механизмов взаимодействия людей в различных ситуациях. Ключевое понятие теории игр – это, разумеется, игра. Игры делятся на множество типов. Кооперативные, некооперативные, симметричные, несимметричные, параллельные и последовательные, с полной и неполной информацией, дискретные, непрерывные, а также игры с нулевой суммой и с ненулевой суммой. Нам сейчас важны последние два типа игр. Игры с нулевой суммой, или еще называют антагонистические игры, это самый примитивный из классов игр. В таких играх, если один игрок выиграл, то другой обязательно проиграл. Двух победителей быть не может. Если у одного плюс, то у другого минус. В сумме ноль. Отсюда и название – игры с нулевой суммой. К таким играм относятся абсолютно все азартные игры, шашки, крестики, нолики или, например, воровство. Выигрыш одного игрока всегда равен проигрышу другого. Потому что в таких играх ничего не создается, а лишь перераспределяется. Все, что есть у одного, украдено у другого. Либо мы их, либо они нас. Было ваше, стало наше. Кто не с нами, тот против нас. Своя рубашка ближе к телу. Нет постоянных сотрудников, есть лишь постоянные интересы. Вот это все про игры с нулевой суммой. И Россия с 1991 года – это одно грандиозное поле для такой игры. Сначала бывшие партийные боссы и просто ловкие проходимцы делили между собой наследие СССР, заводы, фабрики, нефтяные скважины. Приватизировали их, покупали за копейки, отжимали друг у друга. Ну а чем еще спрашивается заниматься, если несметные богатства буквально лежат на земле и ждут, пока кто-то их приберет к своим рукам. Затем к власти пришли силовики и переделили все по-своему. Кто-то из олигархов вовремя сориентировался и встроился в новую систему, кому-то пришлось уехать в Лондон, кто-то попал в тюрьму, а кто-то на тот свет. Еще через какое-то время шальные нефтяные деньги ударили новой элите в голову, и от пьянящего ощущения своей невероятной успешности Кремль решил, что настолько умен и удачлив, что теперь должен сыграть в новую игру по тем же правилам, но с более высокими ставками в геополитику. Но почему бы и нет? Западные политики и чиновники казались Кремлю жалкими неудачниками. Их регулярно переизбирают, а в России можно править пожизненно. Они получают нищенские зарплаты, а в России власть означает сказочное богатство. Их во всем ограничивает закон, а в России власть может позволить себе абсолютно все, что угодно. К тому же проигранная в сухую холодная война с Западом толкала оказавшихся у власти выходцев из спецслужб к реваншу, а мир казался им предельно простым и понятным. Вот страны в нашей сфере влияния, вот страны под контролем вероятного противника, а всем остальным в ходе очередной большой игры придется определиться, на чьей они стороне. Игра с самого начала была довольно грязной. Финансирование оппозиционных партий, хакерские атаки, пропаганда, провокации через соцсети, подкуп политиков, попытки организации госпереворотов, поддержка сепаратистов. И все это до поры до времени абсолютно безнаказанно. Потом Россия влезла на территорию, находящуюся в состоянии между властью Украины, и аннексировала Крым. Присоединила, отжала, отхватила, урвала. В терминах игры с нулевой суммой – чистая победа. Проблема в том, что реальный мир устроен несколько сложнее, чем поле для игры в шашки. Точнее, он настолько сложен, что мы даже не можем это как следует осознать.